берегам Австралии стремительно приближается тропический циклон Яси, который обрушится на побережье в ночь со среды на четверг. Он охватывает большую площадь, чем Италия или Новая Зеландия, и будет сильнейшим в истории континента. Более 400 тысяч жителей городов на восточном и северо-восточном побережье, таких как Кернс, Таунсвилл и Маккей, находятся в ожидании циклона. Люди, еще не оправившиеся от сильнейшего наводнения, вновь окажутся во власти стихии. Мы теряем дом, мы теряем друзей. Это страшно, действительно страшно. Тысячи жителей уже эвакуированы. Кто-то проводит последнее приготовление к шторму. Если ударит так сильно, как говорят, то дома здесь завтра не будет. Так что я даже не знаю, почему беспокоюсь. Некоторые жители ищут место в эвакуационных пунктах, но многие из них уже переполнены. Попробуем Рейд Линч. Если и там переполнено, то поедем куда-нибудь еще. Если и там переполнено, то найдем большое дерево и ляжем под ним. Эти места пользуются популярностью у туристов и входят в состав австралийского Большого барьерного рифа. У многих туристов нет другого выбора, кроме как воспользоваться укрытием и подождать, пока пройдет циклон. Мы в подвале отеля. Мы внесем внутрь мебель с улицы, закроем шторы. Надеюсь, что это нам поможет. Наибольшая активность циклона придется на область между городами Кернс и Иннисфейл. Полиция стучится в каждый дом, чтобы предупредить оставшихся жителей об опасности. Аэропорт Кернс закрыт, а самолеты закреплены на земле. Специалисты предупредили, что даже укрепленные дома могут быть разрушены ветром, скорость которого, как ожидается, достигнет 300 км в час. Циклону Яси присвоена максимальная пятая категория, такая же, какая была у урагана Катрина, который разрушил Новый Орлеан в 2005 году.